Хабибулла Акилов, член штаба по борьбе с коронавирусом, заявил, что система здравоохранения готова к ослаблению карантина. По его словам, даже если карантинные ограничения будут смягчены, а количество случаев заражения увеличится, государство сможет контролировать ситуацию. В настоящее время в Ташкенте имеется база данных медицинских учреждений для лечения и диагностики пациентов с умеренным и тяжелым состоянием. Усиление карантинных мер и домашнее лечение пациентов с легкими формами позволили подготовить запас пустых койко-мест в клиниках. Если с 15 августа будут введены ослабления карантинного режима, у нас уже есть запас койко-мест и всего необходимого оборудования, которое доставляется специальными чартерными рейсами. Это и запас лекарственных средств на 3 месяца. И если после ослабления будет наблюдаться рост заболеваемости, что вполне естественно, то система к этому готова. Поэтому паниковать населению не стоит. Также было отмечено, что разработана новая стратегия лечения, согласно которой основное внимание уделяется системе первой медицинской помощи. Что касается первой медицинской помощи, будь то мобильные бригады или специальные поликлиники для лечения ковид, этот процесс сейчас хорошо налаживается в Ташкенте, после чего эта модель внедряется во всех регионах. Например, в больших спортивных помещениях, так же, как и в Экспо, подготавливаются госпитали на 1000 и более мест с кислородным оснащением, а на складах имеются запасы лекарственных средств на несколько месяцев. Отмечено, что уже в течение 10 дней в регионах будут созданы места, соответствующие таким же медицинским стандартам, как в столице. Процесс на 50% готов уже в 7 регионах, в остальных на 30%. А в завершении участники добавили, что карантинные меры могут ослабить с 15 августа только в том случае, если число заражений пойдет на спад.